Дали сотни тысяч болельщиков, которому, несмотря ни на что, шли команды. Две из них оставили позади себя сильных соперников и тяжелый путь. И вот они здесь, в финале Лиги Чемпионов. С небольшим волнением и замиранием сердца Георгий Черданцев и Константин Генич начинают заключительный репортаж Лиги Чемпионов этого сезона. Это «Атлетико» против «Порту». Вот и настал час решающего сражения в Лиге Чемпионов. Сегодня мы узнаем, кто станет лучшим европейским клубом текущего сезона. Честно говоря, даже не могу выделить кого-то сегодня. Обе команды проделали колоссальный объем работы и заслуживают трофей. Но победитель будет только один. Порту в финале Лиги Чемпионов. Главная сенсация этого футбольного сезона. Да, если они еще и победят, то это будут вспоминать еще очень долго. Как вспоминает победу команды Мауриньо в начале нулевых. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Состав «Порту». Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. В декабре 2012 года «Атлетико» запомнился вне поля тем, что подписал контракт на полтора года с Министерством туризма Азербайджанской республики. Кстати, с тех пор на футболках «Атлетико» красуется надпись «Азербайджан – страна огня». Впервые футболисты «Атлетико» вышли на поле в форме с новым спонсором в декабре 2012 года в товарищеском матче против «Реала». Играет в пас команда. Опасно! Удар заблокирован, отлично сыграно. Льорен. Кондогбия. Кокер. Луис Суарес известен и как отличный форвард, и как хулиган на футбольном поле. Чего нам от него сегодня ждать? Георгий, как ты думаешь, укусит кого-нибудь? Ты знаешь, мне кажется, эта история с укусами, она сильно преувеличена. На мой взгляд, Луис Суарес в первую очередь великолепный форвард, а все остальное это уже следствие его слишком эмоциональной реакции на происходящее на поле. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку. Коки. Хосе Хименес. Кондогбия. Хосе Хименес. Луис Суарес. Гризман. Мяч все ближе к воротам.